Ой, День Победы – это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируя строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, старый дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны.